Термоядерный приветик, с вами товарищ Атомный. Мы продолжаем управлять нашим подчиненным Алехандро в игрушке для командиров и программистов Code Combat. И мы остановились на, можно сказать, финишной, почти прямой нашего леса. Сейчас у нас будет задание с сундучком, то есть какую-то мы получим вещь. Возвращение на ферму Торнбуш. Огры снова надвигаются. Единственное спасение в новых параметрах. Погнали. О, молот. Мы строить будем. Снова строить. Останови всех огров, спаси всех крестьян. Да-да. Спаси всех крестьян. Как будто... Это невозможно. Конечно, возможно. Так, твоя функция может определять больше одного параметра. Def maybe build trap xy maybe build trap 4. Определять. Вот смотрите, снова неудобно. Твоя функция может определять больше одного параметра. Это не определять, это получать. Она может принимать несколько параметров. Видите, какие слова используются? А вот когда это все без вот таких наглядных примеров в книгах, где все абстрактно, где вот создайте класс кровояблок, и давайте мы функцию назовем функцией, которая будет выполнять функцию. И вы поймите, что это будет значить. В этом и сложность программы. Функция maybe build trap определяет два параметра. Maybe build trap xy. Используй координаты xy для передвижения. Hero move xy. Enemy hero find nearest enemy. If enemy. Используй build xy для постройки огненной ловушки в нужных координатах. Build xy. Так, у нас есть build. Fire trap. Fire trap. 36:30. 43:50 вообще-то. 36:30. Где эти координаты вообще? Таких координат нету. В нужных координатах. Ну давай. X. Y. Здесь вызывается build trap с координатами верхнего входа. Maybe build trap 43:50. 43:50. Ага. Теперь вызови build trap для левого входа. Ну понятно, с другими координатами. Честно говоря, мне сейчас эти задания не очень нравятся, потому что мы здесь мало что сами делаем. Мы фактически копируем код, который уже написан. 25:34. Это не совсем программирование. Хотя, может быть, оно так и программируется. 34. И еще у нас 43:20. 43:20. Ну вот. Завершить, смотрим. Поставил взрывчатку. Ну, fire trap это мина. Больше. Я тебя вижу. И ставит мину. Я никого не вижу. Ага. Я никого не вижу. Если враг, то он строит огненную ловушку. Ясно. И вот так ходит по треугольному треугольному кругу. Давай, Алехандро, все нормально. Легко. Легко. Я думал, больше подумать будет. Ну что ж, вот так вот оно. Базовые флаги. Синий, я хочу красный флаг. Сейчас посмотрим, что это будет давать нам. Сбор монет.
Ставь флаги и собирай монеты в реальном времени. Играть. Так, а давайте посмотрим магазинчик. Может, у нас появились какие-то лучшие флаги, аксессуары. Так, у нас появился очки рабочих Китгарда. Сафир, это уже 30 уровень, а у нас 20 еще 10. Голубые телефоточки. А это что такое? Дальность плюс 40. Ага, еще отличные, тут вот еще появились, отличные фоточки. Дальность плюс 60. Так, что этот дает у нас? Смотри дальше, чем когда-либо прежде с этой безрассудной штуковиной. 540, а этот 190 стоил, да? Ну, я не вижу ради дистанции 40 столько денег тратить. Дистанция, найти по типу, найти врагов, найти друзей, возвращает массив объектов на уровне ловушки шип. Find items, возвращает массив. Мы пока не можем здесь работать с массивами, я знаю, как в других языках работать с множествами, но как здесь, не знаю. Если бы мы могли работать с множествами, мы бы купили эти очки и могли определять, сколько противников на карте, чтобы знать, когда использовать нужную способность. И спас клир. Проверяет чисто, свободен ли путь. А это, да, смотри дальше, чем когда. Стоп. А вот эти что дают? С методами find enemy missiles, find friendly и большим радиусом взрыва ты будешь прям как Нео из Матрицы. О-о-о! Тут можно будет уклоняться. Так, clear, funniest enemy, и spas clear. Find hazards, возвращает массив опасных объектов на уровне ловушки, шипы, так. Find friendly missiles, возвращает. Find enemy, возвращает массив всех вражеских снарядов. Arrow, Shell, Beam, Spear, Energy Ball содержит только видимые снаряды. И линия видимости. Зачарованные линзы. Дальность Infinity. Бесконечная. Эти магические позволяют видеть на бесконечное расстояние. 710. Да, шмотки все круче и круче. А флаги у нас есть какие-то крутые? Или флаги пойдут дальше? Пока я не вижу здесь ни одного флага. В разном уже есть такой флаг. О! Расширенные флаги. Что они дают? Динамические флаги. Вместо использования мета Pickup Flag, для того, чтобы подойти к флагу и убрать его, позволяет вам убирать флаги с любого места. Find Flag. Возвращает твой флаг заданного цвета, если он есть. И если цвет не указан, то возвращается один из флагов, независимо от цвета. Три допустимых цвета. Green, Black, Violet. Почему нету красного? Pick up flag. Перейти к флагу и удалить его во время игры. Сначала находит флаг с помощью Find Flag. Три допустимых цвета. Green, Black, Violet. Remove flag. Удаляет флаг, установленный в реальном времени. Функция неуспешна, если флаг не принадлежит твоей команде. Ага. И тут какой-то золотой флаг есть даже. А это теперь у вас есть доступ ко всем флагам в массиве с помощью метода Find Flags. Ну такое. Мимик. Вот это классный зверек. Ясно. Погнали флаги использовать. Надеть наш синий флаг. Жалко, красных нет. Используй флаги и собери 20 золотых. Что бы вы ни делали, вы должны двигаться вперед. Сказал тот чувак, которого убили. Теперь у тебя есть доступ флагс к флагам. Их описание можно найти под окном редактирования. Чтобы пройти уровень, код примера менять не нужно. Просто нажми завершить и расставь несколько флагов. Вот, вообще. Прочти код примера для понимания работы флагов. Но сейчас фактически мы будем читать чужую программу, как она написана, и разбираться в ней. Это один из полезных навыков практического программирования, потому что вам никто не будет подсказывать. Вот по практическому программированию и чтению чужого кода, чужих программ, какие тут бывают сложности. Во-первых, зачастую никто не подписывает, что какая функция в этой программе делает.
Как она работает, тоже никто не описывает. Третий момент. Никто не описывает, где начинается программа. Если вы берете книгу обычную, или энциклопедию, или даже есть интерактивные книги, где вы можете перемещаться с одного абзаца на другой, переходить с одной комнаты на другую. Это интерактивная литература, есть такой жанр. Например, «Приключения стальной крысы». Один из таких известных книг такого типа. У всех таких книг есть глоссарий. То есть вы открываете и смотрите главы, где начало, где там конец, где какая глава, чтобы перейти и посмотреть. В программировании такого нет. Вот в программировании вам дали папку с кодами. Допустим, вы решили посмотреть, как устроен движок Quake или Doom, а они открыты в бесплатном доступе, их можно изучать, смотреть и учиться по ним, и разбирать. Вот вы открыли движок Quake, где там начало, непонятно. Вы не поймете из всех тех файлов, где начало у программы. Вы можете понять там, где враг, где еще кто-то, но где начинается программа и как она поочередно идет, это тяжело, потому что нету заглавия. Ведь зачем создавать заглавие? Это ж так неудобно, это было бы так просто прочитать программу, а еще и нормальные подписи, что это за процедура делает, какие она переменные берет, куда она их использует. Это было бы слишком просто. Вот. Но здесь будет просто, здесь и кода мало, и мы понимаем, о чем он. Нажми «Завершать», когда будешь готов расставлять флаги. Бесконечный цикл, значит, у нас переменная флага. Герой find flag. Он находит флаг и сохраняет в переменной флаг. Если у нас есть флаг, герой подними флаг и переменную туда флаг. Иначе hero say поставь флаг, чтобы я знал, куда идти. Ну, начинаем. 3, 2, 1, поехали. 0. Поставь флаг, чтобы я знал, куда идти. Ну, давай зеленый поставим здесь. Ага! Вот теперь мы знаем, как в стратегиях происходит управление нашими войсками. Поставь флаг, чтобы я знал, куда идти. Давайте черненький попробуем. Вот у нас есть черный флаг. Нам нужно монетки собирать. Вот так и в ролевых играх управляются наши... Стоп, я хочу назад. Я понял, надо было быстрее это делать. Чтобы я знал, куда идти. Время истекло. Ага, собери 20 золотых монет. Погнали. 3, 2, 1. Ну, давайте зеленый. Слава эсперанто будет. Пошли. Чтобы я знал, куда идти. Так а где, если здесь нет золотых монет? Нужно нам золотые искать, а тут только серебряные. И вот золотая. Пошли. Одна золотая, вторая золотая. Ну, это просто пройтись по точечкам вот таким. Самое примитивное действие, которое почти в любых ролевых играх бывает. Так. Прошли вот так. Давай сюда идем. Используй флаги и собери 20 золотых. Там 20 монет написали на 20 золотых. Золотая — это только золотая монета. А то серебряные и медные монеты. Плохой перевод. Или это так было в английском, и они просто бездумно перевели. Пошли дальше. Этот уровень проверяет условия. Если то, объекты, переменные, размещение флага, сбор предметов. Ну, пошли. С флагом теперь. У нас есть флаг! Флажки, чтобы собрать все монеты. После нажатия «Завершить» вы сможете разместить флаги в режиме реального времени. То есть мы сможем фактически приказывать, куда идти нашему герою. Это получается флаг. Это для удобства, для наглядности его сделали. На самом, если смотреть коды описания, у этой объекта, то есть это объект. Флаг — это объект. У него много общего с контрольной точкой, которую мы вначале по которым ходили, вот как по рельсам, влево-вправо.
И точно так же, как у... когда мы задаем координаты, в какие пойти. Там появляется невидимый объект, цель, куда идти, и к ней движется герой. Только теперь эта цель закреплена за конкретно нашей мышкой. Очень похожие объекты, и один создается из другого и третьего. То есть они логически друг с другом связаны. Используйте флажки, чтобы собирать все монеты. Подобно тому, как ты проверял тип врага, тебе нужно проверить местоположение флага. Тебе даже не нужно находить координаты X и Y местоположения флага. Флаг self. Self. Вот это интересное действие. Раньше мы писали там герой или какой-то другой объект. То есть мы приказывали герою другому объекту. Self — это действие, направленное само на себя. То есть сам на флаг. Self-save flag position. Self-save flag position X. Вот с этим я путался. В C++ используется такое слово, как this. Этот. Собери все монеты в каждом поле, используй флаги для перемещения между полями. Нажми завершить, когда будешь готов разместить флаги. While true. Флаг. Hero find flag. Герой находит флаг. Если у нас есть флаг. Pass. Что за pass? Почему все время здесь пишется pass? Ненавижу pass. Это заполнитель для методов, которые пока ничего не делают, но уже объявлены. Ага! То есть это для функций. Если мы объявляем функцию, помните, я рассказывал про объявление функции? Ну, например, write figure. Вот у нас была функция. Мы ее объявили, и здесь пишем pass. Все, это объявленная функция у нас. А описание ее сделаем ниже. Вот так она объявляется здесь. Обычно она объявляется проще. Тут чуть сложнее. Но уже объявлены. Pick up the flag. Поднять флаг. Так. Elf. Automatically move to the nearest item you see. Item. Hero find item. If item, если нашел position. Item pose. X, Y. Pick up flag. Ага. Ну, мы можем просто move. Hero move XY. И задаем flag pose. Это у нас X. И точно так же flag pose Y. А теперь должно сработать. Завершить. Погнали. 3. 2, 1, поехали. Стоп, выбираем флаг зелененький. Ну, сюда пошел. I can get there. Все, прошел, погнали. Мне нужно собрать как можно больше монеток, интересно. Все, переназначили ему. Пошли сюда. Пошли сюда. Get there. Ну давай сюда иди. Мы должны по прямой линии его водить. Это еще нету пасфайнинга, то есть нету поиска пути. Чтобы он мог по разным туннелям ходить. Разбираться как. Я постараюсь собрать как можно больше монеток. Я не знаю, можно ли тут все собрать. Но стараюсь как можно больше. Так, мы собираем. И потихоньку время идет. Ну, у нас было достаточно времени, наверное, чтобы вообще все монетки собрать. 31,83 монетки. Пошли сюда, пошли сюда. Да, надо было использовать это, чтобы собрать все монетки, да. Ну что, поехали. Это уже похоже на стандартную игру. Ну хорошо, пусть двигается так, пусть соберет это все. И теперь пошел сюда. Ну... Блин, флаг не выбрал. Пошли. Соберем сюда.
То есть это упрощает. Мы делаем контрольную точку, он ходит по этой контрольной точке. Как только он достиг ее, он обнуляет, удаляет ее. И таким образом выполняет потом действие поиск ближайшей вещи. И идет к ней. И как видите, все становится сложнее. У нас вот много вещей. Он должен выбирать, к какой вещи идти, какой не идти, как обойти. Это много программирования. И не столько много кода, сколько можно в этом всем запутаться. Вот, к сожалению. Потому что программирование, оно отличается от, например, письма. Где ты просто написал, и все. А тут множество планов, множество вот таких пересекающихся задач и команд, и они могут наложиться друг на друга, как-то взаимодействовать. Вот так и появляются глюки. Многие, которые сложно разобрать. Так, выбрось флаг. Используй флаги для интерактивного размещения ловушек. Погнали. Победи сихограф с помощью ловушек. Собери все монеты. Так. Собери все монеты. Перед подбором флага, пикап флаг, вызови build XY, чтобы построить огненную ловушку Fire Trap в местоположении флага. Каждый объект, в том числе монеты и флаги, имеет свою позицию. Используй позиции монет, чтобы с помощью метода moveXY собирать их. Хорошо, размещай флаги в те места, где хочешь строить ловушки. Когда ты не строишь ловушки, собирай монеты. Флаг. Hero find flag. Если у нас есть флаг, как получить координаты? Внизу показан способ координат предмета. Ага, hero. Да, мы строим перед... Move. XY. Flag. Босс X флаг босс Y. Все, мы задали это. Теперь должно иначе item hero find nearest item if item, если у нас есть она, то он идет. Зачем вот так заморачиваться, если мы можем сделать просто вот так, вместо того чтобы создавать лишние переменные, мы прямо переменные вещи используем. Конечно, не очень удобно выглядит, но... Короче. Так, она... А item post нам нужно. Давайте сократим здесь код. Все. Ну, завершить. Погнали. 3. 2, 1. Пошел. Пошел собирать монетки. Сюда пошел. А, флаг выбрал. Забывай выбрать флаг. Успеет поставить? Да, успел поставить. Уходи. Нет, не успел поставить. Пропустить. А почему он? Флаг X? А, вот почему. Потому что мы... не поставили те переменные, которые они хотели бы. Заменим проще. Flag pos x. Flag pos y. Вот, все. Завершаем. 3. 2, 1, поехали. Давайте поставим вначале везде. Берем зеленый флаг. И идем ставим. Мина стоит. Пошли сюда. Ставим здесь мину. И ставим здесь мину. Все, пошел монетки собирать сам. То есть это тут такой частично искусственный интеллект. Давай соберем здесь. И затем идем сюда. Хорошо, подобрал флаг. Все, собрал все вещи. Ставь мину. Поставил. Теперь давай ставь здесь мин. I can get there. Застрял. Все, легко было. Легко. Программировать так легко.
пошли. Помни о ловушке. Не попадайся на крючок. Давай. О, Клив. Снова надеваем меч. Теперь с флагами и мечами. Убей огров на своей половине карты. Используй флаги, флагс и метод Distance Tool, чтобы тебе не нарваться на мины. А как это? Если ты попробуешь атаковать врага, твой герой будет это делать, игнорируя все флаги. Ты должен убедиться, что ты атакуешь врагов, которые находятся рядом с тобой. While true, flag, hero, fight, flag, enemy, hero, fight, near instant. И флаг, возьми флаг. Значит, move вначале нам. Move XY, мы играем. Если у нас есть флаг. Ну да, тут флаг, pause, X, флаг, pause, Y. Hero say, я должен взять флаг. Тут не надо говорить, я должен взять флаг. Тут бери флаг. Хотя, говори. Значит, pick. Pick up flag. Hero, pick up flag. Да. А, можно так. Elif, иначе. Enemy. Атакуй врага, если он находится на расстоянии 10 метров. Enemy funnier. Enemy мы узнали. Давайте range теперь равно. Enemy. Else if enemy. И. And. Range меньше 10. Тут нам нужно дописать, значит. Range distance to enemy. В переменной range пусть хранится. Range равно hero distance to enemy. Такой врага, если он находится. Hero attack enemy. Ну, давай. Убей огров на своей половине, кого герой должен выжить. Ну, погнали. Теперь он должен работать. Так, давай берем зелененький флаг. И пошли. А почему он не атакует? Ну, давай идем сюда. Я должен взять флаг. Так, он должен взять флаг. Он берет флаг. Так, давайте, знаете что? Мы пропустим и мы усовершенствуем метод. Что мы сделаем? Hero attack. Время истекло. А мы усовершенствуем какой? Добавим if. Еще один. Hero метод is ready. Cleave. Правильно. Клив. Мы будем использовать клив. Enemy. Более совершенно. Ну что, решите, пошли. Берем зелененький. И погнали сюда. Давай, пошли сюда. У нас готово. Клив. Отлично. Зарубил, зарубил. Давай, руби сюда. Подошел, стал Клив. Молодец. Подошел, стал... Давай, Клив. У тебя есть Клив? Нет? Все, победа. Вот. Потихоньку пишем интеллект, обучаем нашего подопытного новым и новым действиям и движениям. А потом стратегия. У нас уже есть код для строителей. У нас есть код для
атакующих. Нам теперь только группами управлять. Но на сегодня мы заканчиваем. Помните, что у нас в правом углу бывает буквочка И, и можно голосовать за вопросики, которые я задаю. Помним, что если у вас есть друг, которому интересно программирование, всегда можете ему посоветовать. Не стесняйтесь, советуйте. Ну а если нету, тогда просто напишите «спасибо». Или наоборот «не спасибо», если что-то было плохо сделано. С вами был товарищ Атом. До следующей серии.